В этом видео покажу, как я делаю запару. Запарой буду кормить цыплят и утят. Вот это вот пшеница, а вот это вот ячмень. Благодарю фермера Евгения за то, что подарил аж целых 5 мешков. Это зерно. Так, засыпаем в дробилку. Раз. Теперь ячмень. Итак, сейчас наберем. И будем дробить. Вот таким вот образом. Вот. Модернизированная дробилка. Вот сюда вот. Итак, дробилка остановилась, значит, бак уже наполнился. Вот он бак. Наверное, не было слышно. В общем, вот эта дробилка, она модернизирована. То есть ее переделали, вот сделали такую тумбочку. Вот тут вот винт есть. И винтом вот так вот крутим. И контейнер опускается. Так, сейчас продолжим. Итак, вот, вытащили. И вот получилось такое здоровое ведро. Смесь. Здесь зерносмесь, пшеница и ячмень. Видите, как мелко. Вот это вот называют дробленка, ну или дробленое зерно. Теперь будем делать из нее запару. Итак, запару буду делать в казане. Вода еще не закипела. Принцип здесь таков. Как только закипит вода, будет бурлить. Засыпаем сюда дробленку, дробленое зерно. Немножко ждем. И после этого снимаем с огня и ждем до полного остывания. Ну и потом запаренное зерно, то есть запару, будем давать пернатым, уткам и цыплятам, ну и курам тоже. Вася? Вася? Вот так вот подросли пернатые. Это коп 500. Пока еще цыплята. Последний раз их снимал 6 дней назад. Даже нет, уже 7 дней назад. Оранжевые яйца.
Ну вот уже примеряет посуду. Пока еще не доросла. Вот так. Ух. Ну вот, вода закипела. Все, теперь засыпаем сюда дробленое зерно. Все перемешали, закрываем и снимаем с огня. Казан получился очень тяжелый, пришлось залить воды сюда и потушить огонь. Печки, так, откроем быстро. Вот видите, вот так вот она запаривается до полного остывания. Как только полностью остынет, можно давать пернатым. Прошло несколько часов, казан теплый, все, запара готова. Вот так вот она выглядит. Может быть, кто-то по-другому делает, но вот я делаю именно так. Достаточно плотно, вот видите, вот так вот. Ну, сейчас бросим кусочек, посмотрим, как пернатые будут реагировать на него. Ну вот, видите, начали клевать. Разделил ножовкой комбикорм, чтобы было удобнее вытаскивать. И вот смотрите, как кобы, коб 500, цыплята, как с удовольствием едят за пару. В общем-то, я думаю, это неплохая альтернатива комбикорму. Комбикорм очень дорогостоящий, а зерно в разы дешевле. И также утки едят хорошо его. Эта чашка будет с запарой стоять здесь, на улице. А вот это вот отнесу к ним в курятник. Вот он. О. Вот такие уже выросли цыплята.